Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим зарядное устройство для аккумуляторов AIDA 3S. Данное зарядное устройство производится в Украине, в городе Днепропетровске. В комплект поставки входит само зарядное устройство и инструкция с гарантийным талоном, который находится в конце инструкции. Также здесь указаны адреса производителя и контакты. Данное зарядное устройство состоит из пластика, имеет небольшой вес, что позволит легко его транспортировать и удобно использовать. Также небольшие габариты. Как мы видим, есть только два переключателя. Один отвечает за переключение заряда аккумулятора или хранения. Второй – ток заряда. Выбираем 1,5 ампера, 0,5 ампера или 3 ампера. Емкость аккумуляторов, которые можно заряжать данным устройством, это от 4 до 55 ампер часов. Также, если у вас устройство выходит из строя, ни в коем случае нельзя самому внутрь его откручивать, лезть, потому что здесь есть пломба, которая, если повреждается, у вас устройство слетает с гарантии сразу же. На устройстве с одной стороны выходит провод питания, который подключается в сеть. С другой стороны два крокодила, которые подключаются непосредственно на клеммы аккумулятора. Какие преимущества у данного зарядного устройства? Во-первых, это циклический импульс заряд током от 0,5 ампера до 3 ампера. Это выбирается вручную переключателем. Хранение, режим хранения аккумулятора на батарею межэксплуатационный период. Реанимация аккумуляторных батарей, разряженных до нуля. Также есть три режима десульфатации. Работает при напряжении в сети 150 вольт. Также малые габариты и малый вес.